Моя история началась с того, что мне было 10 лет, я упала, ударилась носом и вследствие чего сломала его. Сел в машину, ехал и среди дороги почувствовал, что ноги онемели. В конце мая мы с мужем ехали из деревни, у меня начались резкие боли в желудке. Я даже не чувствовал ноги, ни газ, ни тормоз, ни педали, но рука онемела. Вот ехал до больницы. Встречал врач Нерсян Гайк Жураевич, который меня обследовал быстренько, положил под капельницы. А это оказалась язва, которая начала кровоточить. Я записалась к нему на прием, обговорили все варианты, которые возможны, договорились на день операции за месяц. Он уже в тот момент, когда открыл уже все, посмотрел результат предыдущих ринопластик, он понял, что это будет тяжело. Но тем не менее, он очень хорошо справился, я очень довольна тем результатом, который я сейчас получила, который у меня есть на данный момент. Он как бы очень нормально относился, как бы выписывал лекарства много. Я выпил как бы половину, все, вроде бы нормально стало. Гайк Жураевич, я считаю, что является одним из лучших хирургов по городу Тюмени. Он профессионал своего дела. Хочу к нему упасть. Очень важно для врача, и я ее присваиваю заслугам моего отца, который в свое время для меня выбрал мою профессию. Поэтому эта награда не моя, а моего отца, но и моих пациентов. Вообще хочу сказать, что это доктор от Бога. Спасибо ему.